Каждый день мы предлагаем один главный товар по исключительно низкой цене. Действительный всего одни сутки. Эта цена только сегодня. Что вы желали себе и своим родным и близким на Новый год? Наверняка это было главное – здоровье. Сегодня телеканал Shopping Show делает вам настоящий сюрприз. Это умные часы, которые не только показывают время, но и следят за состоянием вашего здоровья. Когда была презентация этого лота, день рождения телеканала Shopping Show, за 20 минут презентации более 5000 таких умных часов было продано. И я рада, что сегодня представляет этот лот Алексей Мичурин, эксперт телеканала Shopping Show. Леш, ну расскажи, почему так популярны часы? Во-первых, эти часы выпускает компания SmartTerra, компания, которая специализируется на мобильной электронике, так, а также аксессуарах к мобильным устройствам. Более 100 наименований продукции выпускает данная компания, поэтому действительно знает толк в хороших и удобных часах. Далее, ты обратила внимание, что это не просто часы, они не просто показывают время и дату, они, естественно, следят за вашей активностью. То есть вы видите здесь, какое количество шагов вы прошли, посмотрите, вы видите, какое расстояние вы преодолели, вы видите, сколько килокалорий вы сожгли, за этим сейчас женщины очень следят. Мужчины. Дальше вы можете с помощью этих часов измерить себе пульс, а также измерить себе артериальное давление. Но если вы подсоедините эти часы к своему смартфону, то у вас будет возможность сохранять все эти данные, а также получать уведомления. Кстати, я о звонках и смс. Я сегодня надела эти часы, посмотрите, вот у меня звонок входящий, на часах у меня вибрация легкая. Да, я вижу, что мне звонит сейчас Павел, потом звонок был сброшен, и я на своих часах получила уведомление. У меня пропущенный вызов Павла. Это очень удобно, когда у тебя маленькие дети, это вообще очень важно. Ну, то есть, действительно, никогда не забудешь о своих знакомых и никогда не пропустишь звонок либо сообщение. А скажи, на какую руку рассчитан ремень наших часов? Ну, ремешок здесь универсальный, подойдет как на полную руку, так и на маленькую ручку какого-нибудь ребенка. Посмотри, сколько отверстий, то есть вы можете действительно сделать его очень-очень таким вот маленьким, коротеньким, либо наоборот, очень большим, широким. На полную руку. Сделан он из силикона, материал, мягкий, который не ломается, не разлагается, ничего с ним не происходит. Мягкий и очень комфортный. Слушай, но многие наши женщины, домохозяйки, хозяйки хорошие, постоянно моют полы, моют руки, моют посуду. Если вдруг намочим или постоянно придется снимать, мы будем забывать их надевать. Представляешь, как с этим? Опа! Посмотри. Посмотрите! Часы сделаны таким образом, что они выдерживают погружение в воду. Да, они действительно не боятся воды. Вы видите, они по-прежнему показывают нам информацию. Водичка внутрь не попадает, пыль также внутрь не попадает. Поэтому, если вы принимаете душ, моете посуду, допустим, да, вот видите, даже под водой они нам продолжают показывать время. То есть часы действительно великолепные, показывают все необходимые параметры, удобно сидят на руках, ну и не тонут в воде. И главное, этот умный гаджет, продвинутый, современный, специально для вас за 999 рублей. Главный товар дня, белый цвет, оранжевый и черный. Три цвета на выбор, обратите внимание, самые модные, самые стильные цвета я выбираю. Белый у нас уже заказывают по два, по три таких варианта, потому что это умный гаджет, который следит за состоянием вашего здоровья всего за 999 рублей. Это умные часы от бренда SmartTerra со скидкой 1400 рублей. Звоните прямо сейчас. Все звонки бесплатные. Телеканал Shopping Show. Это телеканал с душой. Сегодня мы сделали настоящий подарок вам, дорогие телезрители. Главное предложение дня настолько популярное, что хочется ликовать. Ну, что, давай, Леш, смотри. У меня у подруги давление. Да. Был прямо кризис. Гипертонический криз. Ей врачи сказали постоянно ходить в тонометр, отслеживать давление и записывать его в блокнотик. Но, естественно, современная девушка, какие блокнотики? Она ничего не успевает записать и приходит, когда к доктору на прием, она все время забывает.
знает, какое у нее на той неделе было давление, какая была динамика. Ну, совершенно верно. Ты говоришь, сейчас очень много людей страдает гипертонией, гипотонией, когда давление вот это скачет. И данные часы позволят вам отслеживать ваше состояние. Во-первых, посмотрите, мы сейчас подсоединили к нашему смартфону, и мы видим в реальном времени, как Ариночка идет, и у нее здесь... Есть шаги, да, уже 310 шагов она сделала. Угу. Также, друзья, с помощью смартфона вы можете сохранять все данные о своем давлении, о своем пульсе, и уже приходя на прием к врачу, вы сможете показывать вот эту динамику изменений и говорить, вот здесь вот я понервничала, у меня давление поднялось, здесь я была спокойной, у меня давление снизилось. И тогда врач уже на основании этих данных может, ну, прописать вам какой-то способ этого избежать. Действительно великолепные часы, еще раз, не просто часы, а часы умные, позволяющие отслеживать вашу активность, а также основные Класс. Параметры вашего здоровья. Это пульс и это давление. Еще раз, я сейчас обновлю просто. Да? Вот Ариночка сейчас у нас идет, и посмотрите, у нас здесь появляются шаги. Шаги, которые проходит Арина. То есть с помощью... Часами можно пользоваться и без смартфона, но со смартфоном да. функции этих часов со смартфоном все записывается в наш телефон, и мы потом показываем доктору, к примеру, я прямо сейчас могу измерить свое давление и постоянно его контролировать. Я сейчас иду в магазин, понимаю, что что-то заболела голова. Да, что да. интересно, какое у меня сейчас давление, какой да. пульс? Я, пожалуйста, нажала на одну кнопку, он мне измерил давление, измерил мой пульс, пожалуйста, показал мне время. Пропущенные звонки. Ребенок у меня в школе вчера звонит, их отпустили пораньше. Мама, почему папа трубку не берет? Пожалуйста, потому что у него в сумке лежал телефон, и он не слышал, что звонил ребенок. Вам поступит звонок, и поступит сигнал вибрации, и вы увидите, что у вас сейчас входящий звонок, вам звонит ребенок. Возьмете трубку. Кстати, а как вообще он понимает наш пульс? Как он понимает наше давление артериальное? Да, здесь давление и пульс измеряется математическим способом. Я сейчас покажу вам оптический датчик. Вот здесь я сейчас поставлю, у меня пошел пульс. Как это происходит? В часах встроен датчик, который посылает сигнал. Вот он сейчас светится, вы видите? Посылает сигнал и собирает информацию о пульсационных волнах, то есть тот пульс, который издает наше сердце. Дальше анализируется и выдается уже информация к вам на часы. Звоните давление прямо сейчас. Смарт-часы – это умные часы, которые отслеживают состояние вашего здоровья всего за 999 рублей. Только один день.